Приглашается весовая категория 40 килограмм. Спортсмен с красным поясом. Поверенков Денис, Московская область. Спортсмен синим поясом. Смирнов Семен, Ростовская область. Готовится Рыбаков Алексей, Корецкий Артем. Стоп. Бал синему, бал синему. В захвате не оценивается, бал синему. Выход вследствие удара. Парень с красным поясом либо продолжает поединок, либо мы его снимаем. Выход вследствие удара. Два балла синему. Бал синему. Представляем спортсмена. Спортсмен с красным поясом. Поверенков Денис, Московская область, первый юношеский разряд. Спортсмен с синим поясом. Смирнов Семен, Ростовская область, второй юношеский разряд. Бал бойцу с синим поясом. Бойцы на середину снимают. Снимают счет боя. 2-12. Ввиду явного преимущества за время 1 минуту 28 секунд победу одержал бойец с синим поясом. Кунева Валерия, Иркутская область. Судейская бригада в том же составе. На ковер приглашается Рябикова Таня, Калининградская область. Тимоненок Ирина, Иркутская область. Два балла бойцу с синим поясом за полгода. Неэффективно. Бал синему. Первый этапе. Бал синему. Два балла синему. Предыдущий балл убираем, два даем. Бойцы на середину представляют спортсменов. Бал красным. Красным поясом. Рябикова Дарья, Калининградская область. Синим поясом. Пимоненок Ирина, Иркутская область. После данного поединка на ковре номер 3 технический перерыв. Бал синему. Стоп. До начала финальных боев. В этой встрече ввиду явного преимущества победу одержал боец синим поясом и вышел финал. Неэффективно. Бал синему. Бал синему. Считать удушающий синему. Не считать. Болевой считать синему. Бал спортивный синему. Значит, что? Так, спортсмены. В этом считали удержание синему. За 29 секунд болевым приемом считать. Победу одержал боец синим поясом Пимоненок Ирина, Иркутская область. Технический перерыв на ковре номер 3. Технический персонал на ковер один. Ничего нету там, ничего нету. 10. Поднимать надо. Я. На него опять Семен сразу. 15. На него, Семен, на него. Не считать. Дайте нормально все. 2 балла забирать надо. Давай, включайся. Спортс... Оцените технические действия предыдущие. Активный спортсмен с синим поясом, да? До начала проведения. Устала работа. Сам. Давай. Активный спортсмен у синего. Работа, насыпай. Сами больше. Держи на защите. Не расслабляй. Хорошо. Бал красного. Неэффективно. Еще насыпай. Не отпускай. Давай. Защита. Еще. До конца поединка 30 секунд. Бал синему. Неэффективно. Иду в голову. Время остановить поединок. Спортсмены шлемы сняли. Победу в данной встрече со счетом 0-5 одержал спортсмен с синим поясом. Готовится весовая категория 39 килограмм.